В Казахстане увеличилось количество бедных людей. По данным Минтруда, их стало больше на 60 тысяч. Причина – пандемия, заявляют в профильном ведомстве. При этом повышение размера пособий для этой категории не ожидается. Такая мера способствует росту иждивенчества, считают Минтруда. Там также сообщили, что по состоянию на 2021 год число получателей АСП составило 198 тысяч человек. Напомним, черта бедности в Казахстане составляет примерно 2,5 доллара в день. Депутаты не раз поднимали этот вопрос и просили правительство поднять показатель. Черта бедности утверждена в том пределе, что позволяет нашим гражданам активизироваться. Мы не должны повышать размер пособий и сажать людей дома. АСП должен существовать на том уровне, который приемлем для проживания. Мы берем на себя обязательства по трудоустройству человека, а если он не хочет из дома выходить, хочет только получать пособие, то мы не даем такую возможность.